Трибуны в парке приключений мастера Панина переполнены. Несколько сотен посетителей с нетерпением ждут начала шоу «Вселенского карнавала огня», который в минувшие выходные прошел уже в 12-й раз. Эта постановка пользуется особой любовью у зрителя. Билеты всегда разлетаются в считанные дни. В чем же секрет? По словам руководителя мастерской Игоря Панина, все дело в мощнейшей энергетике, которой обмениваются с публикой артисты. Самое удивительное – это всегда это солнце, это огонь и это энергия. Это энергия, которую мы подарим зрителю. Она новая, она сногсшибательная. Она, ее долго можно рассказывать, из чего она, из каких новых элементов состоит. Но там такой кайф, вы посмотрите. На этот раз свои эффектные номера представили на суд зрителей 4 творческих коллектива. Среди них «Театр X», «Фаер-команда Фульгат», а также шоу-группы «Ксении и Софи» и «Огниво». Зрелищная программа включала в себя хореографические, музыкальные и театральные представления, пиротехническое, огненное и световое шоу. Не обошлось, разумеется, и без трюков с техникой. Чего стоил в этот раз один только мотофристайл. Байкеры отталкивались от трамплина и под огненные фейерверки взмывали в вечернее небо. А добавлял остроты номеру каскадер, который танцевал на металлической опоре, а перед подлетающим мотоциклом опрокидывался на батут. У нас будут и трюки, у нас будет маятник на БТРе, там такой трюк, но он тоже в номере, в программе. Все это по-любому фестиваль огня, это вселенский карнавал, это всемирный, все самые обалденные карнавал огня, поэтому, естественно, все у нас будет с огнем. Вселенский карнавал огня – это не только впечатляющая постановка, но и своего рода конкурс. А потому в заключительной части мероприятия состоялось торжественное награждение победителей в категориях «Лучшее огненное шоу», «Лучший уличный перформанс», «Лучшее пиротехническое шоу» и «Лучшее шоу визуальных спецэффектов». К слову, оценивают выступления коллективов настоящие профессионалы. В жюри входят звезды театра, кино и шоу-бизнеса. Вселенским карнавалом огня остались довольны и зрители, и участники, и организаторы. Но не успели последние отойти от прошедшего шоу, каким уже нужно готовиться к следующему – гонкам на выживание, который состоится в парке киноприключений 13 июня. Это короткая сверхсложная трасса, неожиданные препятствия, борьба с минимальным количеством правил, денежные призы и, конечно, море адреналина –